Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Світ очами красивої жінки, яка самовіддана, служить своїй справі. Ви зможете побачити в нашій сьогоднішній програмі. Ніколи не складно любити, якщо ти любиш по-настоящему, а не робиш вид. Взагалі, служити ніколи не трудно, якщо ти чоловіку, лі предмету, лі ділу, лі предан. Если тебе это нравится, то это никогда не сложно. Все, начиная от меня и заканчивая дежурным, который встречает гостей, мы все на службе у них. Здесь у нас главная кукла. Театр я любила всегда. Я в театре с 22 лет. «Служить би рад, прислужуватися тошно», – сказав Олександр Грибоєдов в своїй поемі «Горя от ума». Ось і наша сьогоднішня героїня. Директор Миколаївського обласного театру «Ляльок», художній керівник, заслужений працівник культури України Вікторія Терещенко вже чимало років служить театру і усім, хто захоплюється казковим світом. Поринути в цей чарівний світ – ви, друзі, зможете саме зараз. Господа, я приглашаю вас в гості в сказочное королевство, к хозяйке этого сказочного королевства. Но учтите, друзья мои, здесь все реально и все по-честному. Пойдемте, и вы увидите сами. И вот, господа, мы уже... Именно находимся сейчас в доме хозяйки сказочного королевства. И, как и полагается, у хозяйки сказочного королевства есть слуги. Вот они перед вами, видите, слуги, которые готовы исполнить любое ее желание. А если мы ее очень попросим, то и ваше тоже желание может исполниться. Виктория Петровна, позвольте не говорить вам ваше величество, хотя вы являетесь хозяйкой сказочного королевства, то есть, в принципе, называть вас нужно ваше величество, вот ваши верные слуги. Это правда? Стоит вам щелкнуть пальцем, и любое ваше желание исполнится? Ну, немножечко не так вы меня видите. Совершенно не ваше королевское величество, совершенно, скорее я, наверное, на службе у кукол. Я бы сказала так. И все мы тут. Все, начиная от меня и заканчивая дежурным, который встречает гостей, мы все на службе у них. Здесь у нас главная кукла. Ее величество кукла. Я всегда в шутку говорю, театр имени кукол. Виктория Петровна, вы понимаете, дело в том, что, говоря телезрителям, что мы идем в гости к хозяйке сказочного королевства, где все по-честному, то, конечно... Действительно, все по-честному, да. Да, ну, конечно, мы не предполагали, что здесь все, ну, как и полагается в сказочном королевстве, все, в принципе, перевернуто с ног на голову. И госпожа, ее величество, хозяйка сказочного королевства, оказывается честно и уже не один год служит тем, кого она возглавляет. Кукла. Ну да, так получается. А скажите, трудно служить куклам? Нет, если их любишь, нет. Вообще, служить никогда не трудно, если ты человеку ли, предмету ли, делу ли предан. Если тебе это нравится, то это никогда не сложно. Никогда не сложно любить, если ты любишь по-настоящему, а не делаешь вид. Всегда это идет от души, и все это нормально. Виктория Петровна, а вы можете, как все-таки хозяйка сказочного королевства и человек, который уже не один год возглавляет театр кукол, отличить, кто делает вид, а кто любит по-настоящему? Конечно, это видно сразу. Это видно сразу. Понимаете, это не то, что мне видно. Театр – такой организм, где люди, которые не по-настоящему им прониклись, конкретно нашим театром, как-то театр, знаете, как стряхивает себя. Люди не приживаются. Очень много, за 23 года моей работы здесь, очень много людей было, приходящих, уходящих. Я даже не смогу вспомнить то количество. Но вот костяк, который есть, вот он
Вы знаете, может быть, грубо звучит, но на самом деле так. Тот, кто влюблен в театр, отсюда уходит вперед ногами. Только. Кто по-настоящему не себя в театре, а театр в себе. Вот люди до последнего. Вот у нас есть примеры уже ушедших из этой жизни царства им небесное актеров бывших, которые заканчивали свою актерскую карьеру, оставались реквизиторами, костюмерами. То есть они до конца своей жизни находились в театре. У меня вообще мечта, я все время смеюсь, и девчонок своих дежурных говорю: «Господи, вы ж смотрите, я когда уже, я ж в очередь к вам, дежурной». И говорю: «Я вам так завидую, ни за что не отвечаешь, сидишь книжечку читаешь, людей встречаешь, улыбаешься». То есть... Я понимаю, что я не всегда буду здесь, как вы говорите, хозяйкой, да? Не нравится мне это слово. Ну, приходится, да, возглавлять. Но я настолько люблю театр, что мне кажется, я соглашусь на любую работу здесь, лишь бы быть в театре. Это моя жизнь. То есть практически я даже не знаю, где мой дом первый. Там, куда я прихожу ночевать, или здесь? Виктория Петровна, вы приехали в Николаев в 94-м году. И вы... В 89-м приехали, но в 94-м году вы возглавили наш Николаевский театр кукол. Друзья мои, совсем юная Виктория Петровна, совсем тоненькая, и ей предложили роль директора. Вы, наверное, были одним из самых молодых директоров вообще в истории. И вам достался, вы думаете, что достались вот эти красивые стены? Нет. Досталась разруха, Виктория Петровна. А скажите, вы такая юная, тоненькая, восторженная, вы не испугались этой разрухи, когда вам предложили директорство? Как все было? Как все было? Ну, вначале я приехала, вышла замуж в город, да, пришла в управление культуры с предложением себя на какую-либо должность, чтобы не... А потом случилось так, что я до 4 лет воспитывала сына. Ну и когда я пришла вновь, мне говорят: «Куда ты исчезла?» Я говорю: «Я сына воспитывала. А вот у нас есть место директора театра кукол». Я пришла, встала на ту сторону здания, вот здание на остановку, посмотрела. А поскольку я приехала из города Ростова-на-Дону, и театр кукол в Ростове – это шикарное здание с мозаикой на фасаде. И я смотрю, и в тот момент, если вы коренная жительница, вы помните 30 лет назад, каким был театр, фасад. Это темная коричневая краска, такая темная, слепые окна заложенные, покосившаяся какая-то вывеска наверху. И я вам честно скажу, ход своих мыслей. Я стою и думаю: так, или изба-читальня, или сельский клуб, что это? Я ужаснулась и думаю: первым долгом надо искать здание. И, наверное, меня Господь наказал за такие мысли, потому что я пришла, и ровно через неделю стена у театра отошла, и пришлось не искать новое здание, а отстраивать это, спасать его, потому что все-таки здание старинное, постройка до 17-го года. И подумалось так, что да, искать новое очень тяжело, а лучше сделать все, что ты хочешь и можешь, ну вот здесь. Ну вот 23 года непрекращающейся стройки, потому что так все сразу воплотить невозможно и по финансовым понятиям. Но все, что можно, вот стараюсь. И все равно, я всегда говорю, когда-то настанет день, что мне придется отсюда уйти, с этой должности. Да? Я реальный абсолютно человек. И я всегда смеюсь и говорю: и вот придет новый человек и скажет: что на 23 года там, или 25, или 30 делала? Работа еще не початый край. Делаю, а работа не заканчивается. Но это как в любом доме. Вы понимаете, бег по кругу, что-то сделал, отремонтировал, со временем приходит в негодность, начинаешь ремонтировать, и вот такова жизнь. Виктория Петровна, но дело в том, да, жизнь такова действительно, что кто ничего не делает, тому ничего не дается, но в 94-м году это время, ну,
телезрители, помните это время? Кто помнит? Это крайне непростое время. И что-либо восстанавливать, это было вообще нереально. А вы вообще девчонка. Да. Вы владеете... Вот вы не даром хозяйка сказочного королевства. Гномы вам... Хоть вы и говорите, что вы им служите, но я думаю, что и гномы тоже свою лепту внесли. Вы знаете, да, время было просто страшное. В то время был наложен мораторий в связи с задолженностью в Украине по заработным платам. Был наложен мораторий на все строительства и ремонты в Украине. Но мне удалось убедить губернатора, и он поехал к Кучме и снял мораторий на строительство нашего театра. Я ему очень благодарна за это, за то, что услышали, вот, донесли, и что тогдашний президент страны услышал и как-то проникся, и сняли этот мораторий. И до сих пор жив-здоров есть директор у нас театра «Дружба» Киевского. Он приехал, посмотрел, он мне тогда сказал: «Вика, знаешь, почему ты это строишь? Ты как шмель, не знаешь законов аэродинамики. Поэтому у тебя получается. Ты просто не понимаешь, что в наше время, в этой ситуации это сделать невозможно». Я очень часто вспоминаю его слова, и, наверное, он прав. Потому что дай мне сейчас, с моим теперешним опытом, я знаю, что это невозможно. Я не знаю, смогла бы ли я сейчас это сделать. Вот тогда девчонка, которая не знала и не понимала, что это нельзя, вот она смогла отстроить. А сейчас я понимаю, что это невозможно, это невозможно. И вот тут, наверное, не получится. Надо быть реалисткой. Ну, наверное... Опыт, с одной стороны, дело хорошее, а с другой не очень. Но вы же все-таки вытащили театр из руин. То есть вы добились аудиенции у губернатора, вы нашли слова для губернатора. Вы продумывали свои действия наперед или вы действовали согласно то, что импульсу, вот сердцу? Вот движение души. Вот если ты знаешь, что ты прав, если ты знаешь, что это надо... то зачем готовиться? Зачем? Говори душой и все. Мне кажется, любой человек, даже самый строгий номенклатурщик, даже самый закоренелый бюрократ, когда с ним разговариваешь душой, он тебя слышит. А когда вот ты готовишься, набираешь набор фраз, думаешь, что сказать, как сказать, это уже они к этому привыкли. А когда разговариваешь вот сердцем, душой, мне кажется, вот это и подкупает, и открывает человека. Мы все родом из детства, и президенты, и губернаторы, и депутаты. Мы же все, ну... Вы помните, о чем говорят мужчины в фильме? Ведь там абсолютно правильная фраза. Оказывается, нет взрослых. Мужчины взрослых женщин. Есть седые и лысые, мальчики и девочки. Вот и все. Мы же все в детстве остались. Остались в детстве, но все-таки немножечко повзрослели. Не повзрослели, набрались опыта. Эти девочки и мальчики набрали жизненного опыта. Все. Виктория Петровна, а вот скажите, когда вы учились в Ростове-на-Дону, в Институте культуры, когда вы... В Краснодаре, да? В Ростове я заканчивала музыкальное училище. Вы хормейстер? Я хормейстер, да. Я хормейстер по первому образованию, по второму образованию режиссер театра. Вот скажите, пожалуйста, когда вы учились в музыкальном училище, в мире звуков, гармония, вы вообще представляли себе, что когда-нибудь вы займете руководящую должность, или вы просто жили, не тужили, дирижировали? Ну, дирижировать я любила. Наверное, это сказывается. Тут все-таки дирижер и директор – это несколько такие понятия совместимые. Да, да, совместимые. Организационно, да, собрать коллектив. Театр я любила всегда. Я в театре с 22 лет. Я работала в Ростовском театре юного зрителя. Сначала администратором, потом исполняла обязанности зама. Потом решили, что нельзя зажимать молодые кадры, и меня насильственно перевели в управление культуры, где я пережить не могла всю эту бюрократию. Я все время сбегала с проверками якобы в театр к себе. То есть, учась по своей основной специальности хормейстера, я все равно работала в театре. В театре актрисой? Нет. Именно вот, в кукольном? Вот удивительно. Мы недавно разговаривали с нашей актрисой, которая... Мы скоро будем, кстати, я хочу сообщить радостную весть для нас. Во всяком случае, я думаю, что для города тоже.
У нас в театре есть актриса, которая 31 марта будет ровно 40 лет, как она в этом театре. У нее единственная запись в трудовой книжке. Это Галина Геннадьевна Сгурская. Приходите к нам, пожалуйста. Я думаю, что у нас будет очень интересно по этому поводу. И вот мы с ней разговаривали. Я говорю: Галь, вот ты понимаешь, вот удивительно. Обычно девочек маленьких спрашивают: кем ты хочешь стать? Артисткой. Я никогда не мечтала быть артисткой. Вот никогда. Я боготворю театр, но я никогда не мечтала быть актрисой. Вот я не знаю почему. Вот не было у меня этого никогда. Какая вы удивительная женщина, Виктория Петровна. Работаете в театре, никогда не мечтали быть актрисой. Директор театра, который разговаривает с сердцем, хотя на самом деле вы, в принципе, вы чиновник. Ну, извините, но оно так и есть. Вы хоть и хозяйка сказочного королевства, но вы еще и чиновник, потому что вы занимаете такую должность. Как это вы удивительная. Это нормальное, обыкновенное, абсолютно обыкновенный, нормальный живой человек с эмоциями, иногда взрывными. Если вы помните, у нас была такая в городе Людмила Наумова. Она работала и в управлении культуры, одно время была директор театра. И как-то был случай, когда один актер меня немножечко подвел и расстроил, я очень нервничала. И я на него повысила голос, он пришел к ней и говорит: она на меня кричит. Она ему говорит: если она кричит, значит, ты у нее болишь. Больно ей за тебя. Вот когда она будет разговаривать очень низким поставленным голосом, на «вы» и по имени отчеству, вот тогда надо бояться. Если она кричит, значит, не безразлично ей. Вот когда она тебя вычеркивает и понимает, что бесполезно, вот тогда она разговаривает очень интеллигентно, на «вы» и спокойно. Я кавказский человек, у меня эмоции все равно. Кавказский – это как, Виктория Петровна? Ну, раскройте тайну. Там семь кровей намешано, но уроженка я города Тбилиси. Армянского квартала Авлабар. Папа у меня чистокровный армянин. Мама у мамы намешана. И грузины, и армяне, и казаки, и цыгане. То есть там... Но родились вы в Тбилиси, в солнечном Тбилиси, в этом прекрасном, удивительном, прекрасном городе Тбилиси. Кто там бывал, тот не забудет этот город никогда. Сколько вы там прожили, Виктория? Я прожила там недолго, я прожила там до 7 лет, но потом каждый год я приезжала на каникулы на все 3 месяца к бабушке, потому что вся родня жила там. И сегодня вы все равно иногда можете поехать в Тбилиси? К сожалению, нет. Я очень давно не была в Грузии. Очень давно. Сейчас уже есть Skype, есть WhatsApp, есть Viber. Мы общаемся с родственниками таким образом. Сейчас как-то так вот получается. Знаете, грубое слово, но правильное выражение. Жизнь засосала немножечко так, знаете, затянула в эту трясину быта, круговерти, поэтому вот хотелось. Недавно пришла к шефу и говорю: Михаил Федорович, отпустите. Он говорит: нет, вот после 1 марта, пожалуйста, сейчас пока нет. Ну, хотела взять отпуск и улететь в Грузию на родину. Не получилось немножко. Ну, тогда бы мы не успели бы записать интервью сейчас. Ну, давайте так, Виктория Петровна, пишем интервью сейчас, да, телезрители? Мы в гостях сегодня у Виктории Петровны. А потом, даст Бог, вы слетаете в Грузию, ну, и поделитесь с нами впечатлениями. Да, вот если получится, потому что полететь очень хочется. Поговорили с Вахтангом Чхидзе. Наверное, надо было бы полететь вдвоем, чтобы по ходу поговорить по поводу гастролей Ханумы там. Очень хотелось бы показать Грузии наш спектакль. Вот заметьте, телезрители, Виктория Петровна говорит: хотелось бы побывать на родине, но при этом она не просто так, понимаете, хочет поехать, она везет тебя. Это специфика жизни, я же говорю, это уже образ жизни, ты что-то делаешь, казалось бы, для себя, но по ходу все равно на подкорке театр остается же, никуда ж не денешься.
Виктория Петровна, а жизнь такая стремительная, такая она, вот вы сами сказали, сейчас куча всяких средств общения, и жизнь, она не стоит на месте, а куклы, они, в принципе, как бы немножечко из другого мира, сказочного мира, которому сегодня не всегда есть место в этом мире, или нет? Кукле есть место всегда, вопрос какой? Мне не очень нравятся куклы сейчас современные, которыми вот увлекаются очень дети, все эти монстр-хайки, все эти. Мне кажется, посредством куклы ребенка надо учить добру, но никак не агрессии. И так столько уже злости и агрессии в этом мире накопилось, что кукла должна нести позитив. Я понимаю, что и в детстве, и в моем детстве были солдатики. Но эти солдатики, они какие-то были... Просто солдаты. Не агрессивные. А сейчас у этих кукол, ну вот агрессия в мимике, в лице, в телодвижениях, которые они делают. И это очень огорчает. Вот. Все-таки мы хотим, чтобы наш театр нес добро. Куклы должны нести добро. Виктория Петровна в этом твердо уверена. Но, Виктория Петровна, у вас есть конкуренты, которые создают кукол... И эти куклы, как вы правильно заметили, несут агрессию. Как с ними бороться? Это получается извечное противостояние добра и зла? Ну, так устроен мир. И все-таки мы же всегда верим, что добро победит. И все-таки большинство родителей в городе, они же любят наш театр. Старая поговорка «яблочко от яблони». То есть приходили бабушки, приводили их родители – потом они приводили своих детей, сейчас уже они водят своих внуков. То есть, если ребенок в семье принято ходить в театр, то это передается из поколения в поколение. То есть это определенная прослойка, которая живет театром и которая воспитывает своих детей на театре и посредством театра. И есть люди, которые вообще, а где это? А что, у нас в городе есть театр кукол? Есть и такие? Есть. К сожалению, есть. Я сталкивалась. Но мне все-таки хочется надеяться, что таких меньшинство, судя по нашим переполненным залам, то все-таки таких меньшинство, но есть. Виктория Петровна, всю жизнь среди кукол. И вы знаете, вот в принципе у кукол, может быть, даже чему-то можно и научиться, как вы полагаете, или нет? Или куклы до тех пор, пока они не окажутся в руках артиста, и артист отдает им частичку своей души и их оживляет? 100%. Актер всегда передает частичку, даже, наверное, не частичку, а всего себя. Он отдает кукле. Но у куклы, у каждой, у нее свой характер. У куклы? Да. Да. Куклы у нас с характером, каждый со своим, как люди. Ну вот у нас тут стоят гномы, ваши верные слуги. Видно, что характер у них, конечно, непростой, но, в принципе, они готовы исполнить любое ваше желание. А вот на столе у вас стоит Фрейлина, ваша любимая кукла. И, судя по ее выражению лица, она добрая. Если честно, она на вас чем-то похожа. Ну, не знаю, чем она на меня похожа, но у нее, видите, какое спокойное, умиротворенное лицо такое. Вот как подобает, в принципе, даме ее статуса. То есть вот я иногда, когда вспыхиваю со своим Кавказом, я потом на нее смотрю и думаю, так, надо немножечко быть спокойнее, вспоминать, что все-таки ты, помимо того, что ты кавказская, ты еще и женщина. Директор театра. Да, еще и директор театра. Красивая женщина, кавказской национальности, директор театра, хозяйка сказочного королевства. Но у вас просто такая смесь гремучая, Виктория Петровна. Ну да, смеси хватает во всем. И в характере, конечно, и в корнях. А ваша Фрейлина, она вас умиротворяет? Да, она меня успокаивает. Она не моя Фрейлина, а просто Фрейлина. Вот такая вот. Я себе решила, что это одна из придворных дам такая вот. Вот мне подарили ее, думаю, какая придворная дама. Но есть и другие куклы. Вот вы идете по театру, люди, куклы.
выходите из стен театра, а там, в принципе, тоже люди и куклы. Не приходит вам иногда такая аналогия? Приходит. Очень часто, когда люди не искренны. Хотя мне не хочется этим сравнением, не поверите, не людей обижать, а кукол. Вот не хочется иногда. Ну, иногда кукла живее и порядочнее живого человека. Так бывает. Виктория Петровна, и вот ваше пожелание и куклам, и людям? Быть настоящими. Знаете, как сейчас есть подпись? Без ГМО. Вот настоящими во всем. Даже в гневе, но настоящими. Вот и тогда, наверное, будет все в мире хорошо, когда люди будут искренними и настоящими, с открытой душой, с открытым забралом. Когда ты понимаешь, что если человек говорит так, то он так и думает. Тогда легче жить. Всем. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у чарівної жінки, директора і художнього керівника Миколаївського обласного театру «Ляльок», заслуженого працівника культури України Вікторії Терещенко, яка своїм власним прикладом доводить, що казка і реальність іноді настільки взаємопов'язані, що важко відділити одне від іншого. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.